Как делишки, ребятишки, с вами снова Эдисон, добро пожаловать в Майнкрафт, и сегодня вместе с Жекой мы будем продолжать троллить друг друга, да, Жека? Да, ребята, всем привет и большое вам спасибо за вашу активность под нашими предыдущими сериями троллинга. Только благодаря вам и только вам выходит эта серия. Поэтому, ребята, ставьте огромные пальцы вверх прямо сейчас на вот этот видос, если хотите больше серий с троллингом. Чем больше лайков берем, тем больше серий будет выходить. Да, все, я пошел, пока-пока-пока. Что ты тут выкинул? А, иди сюда, иди сюда, иди, иди, иди. Давай, все, пока-пока. Давай. Ну что, ребята, добро пожаловать в новую серию троллинга, и я уже построил свой троллинг, и на чем он будет сегодня завязан. А, ребята, мы все знаем то, что мы очень много сидим за компом, и в данной серии я Жеке скажу то, что Жека уже немного слепеет, то есть теряет свое, как он говорит, стопроцентное зрение. Ни хрена там не стопроцентное, потому что у меня уже, если честно, я ни хрена не вижу, а у Джека также скоро ничего не будет видеть, я просто уверен. Поэтому в данной серии он сразу на начале получит... как это сказать? Blindness. То есть он ни черта не будет видеть на протяжении всего прохождения этого троллинга. После того, как он зайдет вот в эту комнату, это будет улица, он ничего этого не будет видеть, потому что у него на экране все будет черное. Я скажу Жеке. Жека, тебе нужно будет найти выход с этой данной комнаты. Жека будет тут искать, он 100% много раз упадет вот сюда в лаву, он 100% нарвется на Херобрина, потом зайдет вот в эту комнату, тут будет Стефанчик, зайдет в эту комнату, тут также будет Стефанчик, много раз будет нажимать на вот эти плиты, рычаги, вот эти... сундуки, ловушки, и много раз будет падать вот в этот дроппер. Но так как он ничего не будет видеть, он будет падать вот сюда на землю и подыхать. Да, поэтому ему нужно будет запомнить то, что тут есть водичка. Но где будет выход? В первую очередь выход будет вот тут. Он как только зайдет в эту комнату, тут у него будет сундук с карточкой. А тут у него будет... Вот тут нужно поставить... знаете что? Вот тут нужно поставить... Как бы тут поставить, чтобы он сюда не смог пройти. Вот сейчас я тут что-то придумаю. Но на самом деле он не сможет сюда пройти, потому что тут он нажмет на вот эту кнопочку, и ему на голову шандарахнется наковальня. После того, как он выживет, у него будет в руке карточка, он пройдет вот сюда, в эту дверь, но там также его ничего хорошего не будет ожидать, он шандарахнется в лаву. А на самом деле у него проход будет сразу вот тут, с правой стороны, вот тут. Я скажу, Жека, видишь, какое у тебя хреновое зрение, то, что ты даже не видишь элементарные вещи, и ты не смог пройти вот это испытание. Но после этого он пройдет вот в эту комнату, где будет куча сундуков, он также нифига не будет видеть, и в этих сундуках он будет искать подсказки. 4 различных кода, допустим, вот тут есть код, 3-я цифра Z. Как мы все знаем, есть такие цифры, буквы, допустим, все мы знаем то, что буква L это единичка, да? Все мы знаем значение слова 1337, то есть это элита, то есть переводится оно вот так, лит, то есть элит. Поэтому я буду делать вот более-менее вот такое испытание, то есть ему нужно будет найти 4 буквы, потом перевести их в цифры и пройти вот эту дверь, но тут... Будет самое интересное. Тут будет валяться его девушка Юля. Девушка Юля. Зрение-то у него плохое. Он проснется, поспит с ней всю ночь, проснется. За это время я поменяю Юлю на Стефана. Я скажу, Жека, видишь, какое у тебя хреновое зрение. Потому что ты своей девушке Юле Стефанчиком изменил. Жека, конечно, бла-бла-бла, взбесится. Потом я взорву вот тут пол. И... Ты пэхню, и потом я взорву вот тут пол под ним, и ты пэхну его на его же карту. Он также там ничего не будет видеть, я ему скажу, Жека, проходи испытание. Он потом будет начинать догадываться, так, это же моя карта, что я тут забыл. Я скажу, не, Джека, ты просто слепой, ты ни хрена не видишь, поэтому давай проходи, это моя карта, это мое следующее испытание. Ну и потом опять будет троллинг. Я надеюсь, то, что мы с Жекой посмеемся, и все будет круто. А сейчас, ребята, давайте будем идти к Жеке и посмотрим, что он для меня приготовил. Потом вернемся сюда. Ну что, Жиндос, я пошел, да, я потопал. Я уже бегу. Куда ты там бежишь? Стой, оно нет, не торопись. Давай. Эйсон, главное не торопись. Хорошо. Включай гемод 2 для начала. Я включил, я уже все включил. Включил. А, да. Точно включил? Да, точно включил, да. Ну хорошо, ладно, собственно, Эдисон, знаешь, каждый из нас проходил какой-то путь на YouTube до того, как мы познакомились. Я тебе предлагаю в сегодняшнем моем троллинге пройти этот путь заново. Ну иди сюда, давай, иди. Иди вперед, иди.
Ничего я не хочу проходить, Джек, отстань от меня. Нет, ничего я не хочу проходить, Джек, отстань от меня, не буду. Не смей меня тпхать, Да я тебе не собирался. Ну все, молодец. Давай, пойдем. Жек, я не хочу покемонов ловить, честное слово. Давай, иди быстрее. Если, ребята, вы не знали, а вы, скорее всего, знали, Эдисон начинал снимать видео именно с покемонов, Эдисон. И твое задание найти правильного слоупока и его убить. Давай, вперед. Тебе не кажется, что твое задание похоже на мое задание с предыдущей серии? Да, да, оно немножко похоже. Но, знаешь, Эдисон, ты же разбираешься в покемонах. Тебе, я думаю, не составит труда найти правильного слоупока и выбраться отсюда. Плагиатер! Плагиатер! Так, а что мне надо, Жека? Ой, слушай, а почему этот не работает? Я же его настроил. А, вот, вот уже пошли недоработки карты. Ну все, Эдисон, я все починил, теперь можно так нужно. Вот не получил. Да, лучше поставить спаунпоинт, потому что это. Я уже поставил. А где это было? Нужно запомнить, Жека, где это было? Где это было-то? Тут. А что тут за невидимые блоки, а? Вы суки. Да, что это тут такие за невидимые блоки? А, я не хотел, я не хотел! Давай! Я не хотел. Так. Может быть, здесь что-нибудь о! Есть? Это о! Что-то. А, только, мне кажется, это бессмысленно. Бессмысленно, да? Думаешь, бессмысленно? А может, и не бессмысленно? Ну да, да, бессмысленно. Ищи два слова поков. Спасибо, спасибо. Огромное тебе спасибо, спасибо. Эдисон, ты сказал, что это бессмысленно. Давай я ищу слова поков. Спасибо, спасибо. Да нет, я хочу все, что тут... Слушай, я знаешь, что хотел сделать? Я хотел, типа, что-то долго очень искал, а потом тебя назвать самим слоупоком, потому что ты будешь очень задолго это проходить, но ты быстро собрался. А, вот! А, ну да. Вот значит, кто-то слоупок. Ладно, Эдисон не слоупок, так вот себе Эдисон не. Вот это да. Не зря я покемонами занимался, поэтому не слоупок. Так, дальше, да, проходить? Да, да, проходи следующее испытание. Так. Собственно, потом Эдисон начал говорить в роликах, что он очень сильно переживает из-за того, что он будет носить брекеты. Нету, Жека, я вот сейчас на камеру показываю, нету никаких брекетов. Он врет. Не было у меня никаких брекетов. Так это было давно. Вот, Эдисон, я тебе хочу сказать, не переживай. Ну знаешь, что такая маленькая проблема случилась. Ты случайно проглотил эти брекеты. Вот совершенно случайно взял и проглотил, и тебе нужно будет спасти сейчас себя. И залезть в желудок и достать оттуда брекеты. Ага, вот оно что. Так, в желудок, да, залез? А почему? Вопрос, Жека, ты меня хочешь оскорбить или что? Почему у меня зубы поломаны? Вот где мои зубы, а? Это, понимаешь, это давно у тебя не было зубов. Сейчас у тебя все нормально, у тебя не было. Но у меня не было зубов, когда мне было годика 4, когда молочные зубы выпадали, или когда там было. Так, неважно, ну не придирайся. Чё-то какие-то недоработки карты, мне кажется. Чё-то как-то. Ты прикольный красавец. Смотри, да? А ну. Ты вообще красавец. Без зубы, конечно, ладно, неважно. Так, что это такое, Жека? Что это такое? Ну ты прыгай, там где-то брейки, ты должен их найти. Чё? Чё? Как ты это сделал? Эдисон, так нельзя! Что за звуки такие громкие, твою мать, я чуть не оглох! Ты смотри, ты подсматривал, что я чего строил? Жека, уйди, пожалуйста, меня бесят эти звуки. Так. Как ты сообразил сразу? Да я не сообразил, я просто вперед прыгнул и все как бы. Жека, что там за звуки такие страшные? Я просто охренел, если честно. Так это жидкость в желудке, тут она как бы разъедает твою тело. Так. В общем, да, единственное, никакие брекеты не прокладывал, я просто тебя обманул. Вот. Меч терпилы? Какой терпилы? Подожди, дайте все расскажу. В общем-то, Эдисон, после всех этих брекетов и покемонов ты познакомился с одним очень-очень плохим ютубером. Вот, и, собственно, сегодня... С тобой? С тобой? Нет, со мной ты еще тут не был знаком. В общем-то, Эдисон, этот ютубер очень плохой, поэтому ты должен его убить вперед, это все очень просто. Ой, я даже знаю, наверное, про кого ты говоришь. Да. Жека, нет. Жека, я хочу в кислоту спрыгнуть. Я хочу в кислоту. Выпустите меня. Пути обратно нету. Пути нету назад. Иди сюда. Иди сюда, подкуда. Да, на тебе полбеснику твоему. Иди сюда. Так, Жека, я не могу. А маленьких, если тебя убил. Маленьких, то тоже убей. Это тоже все он. Да я не могу. Давай, собери! Да сейчас. Натя,
Почти, почти, почти. Вот. Освободил мир от зла, мне кажется, да? Да, прям, всё, прям спокойнее стало. Фу, так. Ну, собственно, Эдисон, теперь мы вернулись к нашему настоящему. Когда ты познакомился с самыми крутыми пацанами на русском Ютубе, с Джекой и с Игорем. Ой, ну, знаешь, не все так радужно, не все так радужно. Ты знаешь, что Игорь у нас немножко псих. Ну, так мало совсем, да. Есть такое, да. Вот, ну и, собственно, и также он любит все взрывать на своем пути. Поэтому не все так радужно, как ты мог предположить, Алиса, не все так радужно. Ну, в принципе, я знал то, что Игорь дебил немного, поэтому все радужно, просто нужно терпеть вот это. Оскорбил Игоря, это я его взорвал, он оскорбляет Игоря, все понятно, все ясно. Ну, значит, ты тоже дебил, так что, ну, как хочешь. Вот видите, как ты продел. Ой, давай, ладно, давай же, пошли ко мне, пошли ко мне. ЕМО-2, да, включать? Да. Хорошо. Пошли, давай, идем. Давай. А в чем суть моего троллинга, да? То, что, ну, мы прекрасно знаем, то, что мы очень много сидим за компом, да, Жека? То есть записываем видосики, потом стримим, потом всю ночь не спим, смотрим еще там что-то, еще что-то. Поэтому, Жека, мне кажется, ты немного ослеп. Есть, да, вот есть такое, да? Немного ослеп, мне кажется, да? Что-то, да, немножко... У меня 100% зрение, реально. А вот сейчас у тебя 100% зрение? Ну, в Майнкрафте нет. А, ну значит, давай, заходи, Жека, давай. Вот со зрением у тебя сейчас жопа, мне кажется, немного, поэтому... Это у тебя со зрением жопа, я все нормально вижу. У меня тоже. Ну, Жека, найди выход с этой комнаты, раз у тебя нормальное зрение. Жека, найди выход с этой комнаты. Ой, так... Да как... Ой, Жека, ой, Жека, мне кажется, ты немного какой-то... Я зато его убил херабрины. Да? Ты пыхнись по спаунпоинт. Давай, Жека. Я понимаю, все плохо, Жека. Очень хреновое зрение, да? А я все сейчас нормально вижу. Так, я вижу... Да, твою бабушку! Так, все нормально вижу, все нормально вижу. Да как? Ты везде, что ли? Ничего понять не могу. Понаставил тут везде свои лавы. Что мне делать? Ой, ладно. Ой, что там было, Жека? Это что? Не знаю. Может, Жека, найди выход. Сложно, мне кажется, будет тебе выход найти, поэтому ищи. Это логика, конечно, крутая. Так, это что за горячак? Иди уже! А куда идти? Не хочу никуда идти. Тебе знать... Да как ты заколебал-то? Умирай, Жека, ёганый бабай! Давай! Ничего там нету. Ничего... А, ну, как хочешь. Ищи сундуки, тебе нужно найти выход. Да ты заколебал уже под... Степан! Блин! Ой, Степан, бедный Степан! Степан, умри, Степан, умри! Давай, Жека, ищи. Ладно. Ищи. Может, да. Еще один Стефан. А что за Стефаном там, Жека? Там есть какой-то сундучок, подсказочка тебе. Да? Ай-яй-яй. Жека, Жека уже очень слепый, уже ничего не видит. Давай, Жека, давай. Так, что там? 50. Прикольненько. Ой! У меня 64 писи есть. Нифига себе. Так, Жека, мне почему-то кажется, что тебе нужно вот в эту комнату. Там был какой-то сундучок. Да, там наковальня у меня сверху упадет, я знаю. Ну тебе нужно забрать сундучка нужную вещичку. Да, чтобы меня наковальня. Жека, я все понимаю, ты очень слепой, да? Ну попытайся как-то, попытайся. Ладно, хорошо. Забирай, быстро. Да, забрал, да. Ну убейте меня уже, я знаю, даже наковальня там, ля-ля-ля. Ну... Какая наковальня, ты о чем? Там в командном блоке написано. Да, okay. Жека, ищи выход, ищи ошибки, ищи... Давай, иди сюда. Какие ошибки, что? Ищи выход, где-то тут выход есть, Жека, давай. Где? Ой, в смысле? Вот. Тут нет нигде вот этой... Вот оно что, давай. Всё, Что это, я могу уже нормально? Да. Зрение, что было у меня! Да, Жека, давай, ищи выход! Да как, в смысле нереально? Стоп, вот здесь не надо проходить или что? Не знаю, тебе выход нужно найти. Как это? Найду, что это как бы лава. Да, может, не там тогда выход? Так, а где? Ой, какой Жека слепой! Ой, какой слепошарый! Давай, Жека! Давай. Да блин, я нифига не вижу! Давай, сейчас давай. Я тоже умру. Жека, следующее твое задание. Очень простенькое, ты любишь вот такие задания. Тут всего лишь несколько сундучков, и в этих сундучках тебе нужно найти в несколько... А я понял, писи, да? Не-не-не, коды, чтобы открыть двери. Ищи коды, Жека. Угу. Ищи писи, коды. Я понял. Да. Писи, коды, ищи четыре... О, три нашел. А чё три? А ну покажи. Три.
Три. Три Z. Не-не-не. А, третья Z. Третья Z? Может быть. Третья Z, вот ты прям уверен, третья Z, да? Ага, вторая Т. Вторая Т, Что-то какое-то слово непонятное получается. Что-то ЗТ. ЗТ. Что ты там делаешь? Что ты там настраиваешь? ЗТ. ЗТ? ЗТ. ЗТ. Получается... Ага, Q. Q, Q, да? Q. Может, я пойму? Q. ТЗК. ТЗК, да? ТЗК. Тебе еще одну нужно найти. Вот я не знаю даже, где она может быть, Жека. Да, хорошо. Ищи. Так. Так ищи, еще одну нужно найти, Жека. Смысле, не понял. Четыре должны. Ты первую нашел, нет? Я все четыре нашел. Да? А ну, прощай. Да, LTZQ. А, ну давай. Какие LTZQ? Я понимаю, Жека, что ты слепой, но там как бы цифры. Какие LTZQ? Какие там буквы? Ты с ума сошел? В смысле, а как мне это? Тут 1, 2, 3, 4, чё? Это, мне кажется, типа порядок, как нужно их водить. Ну как там же буквы, они... А-а-а. Там цифры, какие буквы? Жека, у тебя вообще зрение просто охренеть, какое фиговое! Ты не понял, тут LTZQ. Какие LTZQ? Там цифры! А-а-а, я понял, всё, я сейчас разгадаюсь. 0339. Нет? А ну, а чё ты хочешь, я чё-то не понял, давай, Жека. 0339, ну типа ID вот этого пейпера. Почему? Нет. Жека, это самое банальное задание, не понимаю, что ты тупишь. Там у тебя цифры есть, там цифры написаны, какой код тебе нужно вводить? Ну, 0339 ID. Какой ID? Жек, 9, господи, 3, 0, он 0. Такой слепой, уже ни хрена не видит, ни хрена 4, не соображает. 3, 2, 1, я не знаю, 1, 2, 3, 4, какие? Да что? Жека, что ты говоришь, что понять я могу, я уже все перепутал. Жека, посмотри, у тебя 4 бумажки, да? Ну... У тебя есть последовательность, то есть номер 1, номер 2, номер 3, номер 4, да? Ну... И после этих номеров есть еще цифры. Вводи эти цифры. 0339. Какие 0339? Причем... У меня вот так вот написано. Причем тут ID? Как у тебя бумажка называется, а, слепошарый? Как бумажка называется? Решетка 1L, решетка 2T, решетка 3Z, решетка 4Q. Какие LT? Там нету никаких букв, там цифры, Жека. Номер 1 да цифра. Что ты говоришь? Придурок, ничего я не могу. Какой ты слепой. Меньше за компом нужно сидеть, мама тебе правду говорила. Жека, давай урок слов. Цифр, что это означает? 1337. Ты знаешь, ну, что это означает, как бы? Ну, типа, как-то так, да? Элит, да. То есть, смотри, значит, буковка L означает единичку, да? Буковка 3 означает E, да? Понял? А ты это что? А ты это 7, да? Да. Я не знаю, что он там хочет, у него там цифры... А Z это что? Я такого не знаю. А догадайся, что это может быть? На что Z похоже? На 5? Нет. 1, 7, 5... А, 2. 1, 7, 2, 0. 1, 7, 2, 0. 1, 7, 2, 0. Ой, не может быть, не может! Ты тут какие-то головоломки, тут я такого даже не знал, всё. Ой, Жека, ладно, мне кажется, с тебя сегодня... Это... Ты такой слепой, ей-богу, это твоя девушка Юля. Ты что, забыл? А-а-а, ладно, хорошо. Я чуть, да, Жека, ложись спать. В принципе, мы все прекрасно поняли, да, то, что меньше нужно за компом сидеть, потому что зрение очень, ну, портится, да. А, я понял, это не Юля, сейчас, короче, тут Эдисон появится и будет меня офигачить, или Стефан, или Ибрагим, не, того, не, 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 ты о чем, Жека? Да, зрение давай, очень давай. Плохое, да, поэтому нужно больше спать, нужно больше делать перерывов. Ну, мне кажется, ты уже немного выспался, да? Поэтому... Ку-ку-ри-ку, Жека, уже утро, можно просыпаться, давай... Я все равно ничего не вижу, ладно. Можно вставать, ну... То... Ой, это Жека, с кем ты уснул? С кем ты сегодня ночью уснул? Жека! Я так и думал! С кем ты... Ладно, Жека, ты с кем ты уснул сегодня? Я не могу понять, ну ладно, не буду я над тобой больше издеваться. Я Стефаном, это как бы моя жена, а Стефан! Так, Жека, ладно, ты прошел мое следующее испытание... Тебе нужно найти выход с этой комнаты, Жека. С какой комнаты? Ну ищи выход. Это мое следующее испытание. Это моя карта, алё, нет? Дурак, какая карта? Это моя карта, это мое следующее испытание. А почему у меня так же? В смысле? Ой! Вс,
все, нет, я не хочу больше с этим слепошаром. Вы видите, он настолько отупел, то, что он уже не то, что ничего не видит, он даже ничего не понимает. Вот, ну, вот просто... Это моя карта! Куда ты меня Я не хочу с тобой, Жека, больше играть. Ты уже... Все, хватит. Жека, иди передохни. Ты уже ни хрена не видишь. Ты уже настолько ослеп, Жека. Это просто... Иди ты в жопу. Наложил на минус слепоту. Я думаю, что за хрень? Почему на своей паре тебе? Ой, какой же ты... Так, ребят, давайте побыстрее заканчивать этот видос. Мне кажется, Жеке нужно отсыпаться, он уже ни хрена не видит. Поэтому ставьте огромные пальцы вверх прямо сейчас на вот эту серию, если хотите больше серий с троллингом. Чем больше лайков наберем, тем больше серий будет выходить. У меня скулы устали смеяться еще. Самый странный троллинг, который я когда-либо приходил. Ребята, пишите ваши комментарии, будем все их обязательно читать и будем к вам прислушиваться. Не забывайте. Да, ребята, огромное спасибо вам за просмотр. Всем удачи и всем пока. Пока, Дима.